Ребята, всем здорово, с вами снова я, Алеста. И мне стало интересно, такая вещь, типа, что будет, если выполнить вот данный список, это что, типа, список жены, не знаю, ну или же список, не знаю. Короче, это какой-то список, не знаю, до кого, как бы, вот. Но мне стало интересно, что будет, если выполнить данный список. Типа, что будет дальше, если вообще дальше какой-то сюжет, я не знаю. Или, ну, или тут вообще, появится ли тут вообще, типа, какой-то другой список. Как бы, я только что переустановил игру, чтобы было все как бы заново. Вот. Пацаны, давайте перед тем, как мы начнем данное видео, у вас попросить поставить лайк. Давайте под данным видео наберем 1000 лайков. Я думаю, вы оселите, пацаны. Думаю, уже, так сказать, погнали. Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Так, берем ключи от нашей двенашки. И деньги. Тут же, как бы, вроде как были деньги. Окей. Я знаю, как заработать на изи. Все, пацаны, летим дальше на улицу. И, как бы, я возобновлю запись. Все, пацаны. Садимся в нашу двенашку. Все, давайте открываем ее и садимся. Так, блин, бред какой-то. Так, все, мы сели. Как бы первым делом надо как-то подзаработать. И я знаю, как это сделать. Смотрите, просто сейчас идем в магазин техники. Выходим с машины. Это, кстати, идем зарабатывать деньги чисто просто стоя. Все, пацаны, я приду, когда у меня будет где-то 5000, пацаны. Все, короче, пацаны, вот у меня 2500, как бы, думаю, то есть, попытаюсь, как бы, уложиться в эти все деньги. Мне, ой, блин, слишком громко, сорян. Как бы, мне нужно купить технику, мне нужно купить бампер и еду. И все, типа. И, походу, я... А, нет, вот, пацаны, первый магазин. Так, залетаем. Так, все, выходим с машины и покупаем... Сам такой, это заднее, да? Да, ходит. И, короче, покупать дешевый бампер. Вот, все. Давай сейчас сразу поставим. Вот, все. Еще на задний бампер, да? Как я понял, окей. Покупаем задний бампер тоже. Тратили 1000, как бы косарь. Все. Задний бампер тоже поставили. Теперь нам осталось купить еду и прикупить технику. Надеюсь, я как бы уложусь. Вот, так, значит, еда у нас тут, куплю, как бы, самое дешевое, как бы, любое, чтобы, так сказать, уложиться, опять же, в эти все, как бы, деньги, вот. Так, все, залетаем в магазин, и что у нас самое дешевое? Так, сколько ты стоишь? 100 монет, думаю, норм, все, давай сейчас это поставим в багажник и отведем. Вот, сейчас, смотрите. Значит, кидаем это со фастом, хотя можно прям так, вот, как бы, это же 7 метров водителя, все. Как бы, сейчас это мы отведем быстренько домой, как бы, вот, и уже придем за техникой, да. Куплю, наверное, себе комп, не знаю, если хватит, вот. Если не хватит, то опять же подзаработаем. Все, пацаны, ставим и летим уже за техникой, все. Пацаны, полетели, так сказать, давайте вызываем лифт, как бы на лифте мне более удобно, что ли. Всем. Вот, пацаны, я и приехал, кстати, к технике, все, уходим с машины и давайте посмотрим, что у нас тут самое дешевое. А, декад, окей, пацаны, сейчас я быстренько подработаю и возобновлю запись. 400, давайте купим ноут, хотя давайте, не знаю, купим. А, это стоит 500 даже. Не знаю, что можно купить. А вот сколько тебе стоит телек, кстати? Он вообще дорогой, да, наверное? Нет. Все, пацаны, вы купили телек. Как я его помешу? А, вот, идеально. Так, все. Настал, пацаны, долгожданный момент. Посмотрим дальше, типа, какой будет дальше сюжет. Вот, типа, мне реально это очень интересно. Да, водила, конечно, я от бога прям. Да, такое. Все, пацаны, значит, сейчас я беру монитор. Так, все, нулю телевизор. И так, открываем данную дверь. Так, все, и берем монитор. Так, все. Все. Теперь летим быстренько домой. Вызываем лифт. Вот. А, он даже открытый. Он так он даже был открытым. Вау, походу, меня ждал, да? Так, все. Закрывайся и погнали. Закрыли на третий этаж. Все. Пацаны, поднимаемся на третий этаж, посмотрим, типа, будет ли вообще сейчас новый список, или как бы вообще закончится игра, или не знаю, что такое вообще будет. Все.
Ставим телек вот сюда вот и блин, все. Что дальше? А, такое. А, все что ли? Типа, давайте я просто перейду в игру, посмотрим, что будет дальше. Пацаны, я перешел в игру, список остался таким же, как бы я все сделал, купил телевизор, купил продукты и купил, то есть, сделал машину. А, ну, все сделал правильно. Давайте сейчас просто выйдем на улицу и посмотрим, как бы, что вообще там, как бы. Так, к удивлению, колеса на месте, окей. Не кажется ли там, а, ну, блин, а что, как бы, дальше? Не знаю. Пацаны, если вы хотите приложение, как бы я куплю, то есть возьму Camry, короче, вот. И как бы я когда ее привезу, по идее, у меня как бы должны украсть колеса, а потом как бы я их верну и посмотрим, будет как бы что будет дальше, может быть, там будет какой-то, не знаю, опять сюжет, что ли. Так что, пацаны, когда под этим роликом наберется 1000 лайков, я обязательно выпущу ролик, как бы, там, где я возьму Camry, и, как бы, и вам тоже, как бы, покажу, и посмотрим, типа, что будет вообще дальше. Так что, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был, пацаны, я, Лестер. Всем удачи, всем пока-пока.